финал, да. Состояние очень простое. Вы все писали о том, что объявлен новый конкурс на разработку технического обоснования. Ну, собственно говоря, вот сейчас первый этап разработки экономического обоснования подходит к концу. В результате, по результатам работы компании, которая на конкурсе выиграла, будут сделаны выводы о возможности, целесообразности и многих других параметров этого проекта. Потому что это разработка технико-экономического обоснования разбита на этапы. И только после реализации первого этапа положительных результатов она будет продолжена. В случае, если каким-то расчетным вещам окажется, что есть какие-то сложности в реализации этого проекта, он будет там низкоэффективным или еще там какие-то моменты, тогда будет приниматься решение. Вы все прекрасно понимаете, что строительство рельсового транспорта, легкорельсового метро или еще чего-то, ну, это мегапроект, который требует очень серьезных детальных глубоких разработок. Без них ни один инвестор, ни один банк, ни правительство, никто никогда в жизни не поддержит такие проекты, которые слабо обоснованы. Потому что опыта в стране негативного очень много на счет, когда люди начинали строить. Одну станцию построили, вторую, все это тянется десятилетиями,